Самые смелые алматинцы заводят наиболее опасных животных. Впустить экзотику в свою жизнь в виде пауков и крокодилов уже не столь популярно. Рисковые горожане в качестве питомцев держат волков. Наши корреспонденты убедились, что на первый взгляд прирученные хищники милее домашних псов. О дружбе волков и людей написано немало книг и сняты фильмы. Например, «Маугли воспитала волчица», а картина «Кокси Рек» самая любимая для 16-летнего Ернара Булатбека. Он, как и герой ленты, взял под опеку новорожденного хищника и заботится о нем в домашних условиях. Парня не пугает, что по сценарию в итоге волк загрыз своего хозяина. Юноша уверен, с диким зверем они нашли общий язык. Каждый день ухожу на учебу и тороплюсь домой, чтобы поиграть и покормить своего волчонка. Имя еще не придумал ему. Думаю, он вырастет и будет как собака мне настоящим другом. Вот эта волчица по кличке Агуша уже 5 лет живет в домашних условиях. Она очень ласковая и любит, когда хозяин уделяет ей много внимания. Кайрат Турлыханов разговаривает с ней исключительно на казахском языке. Кормит яблоками и конфетами. Агуша попала ко мне, когда только родилась. Еще слепая была. Она неделю ничего не ела, даже молоко с бутылки не пила. Пришлось поить ее, как говорится, со рта. Когда уезжаю надолго, мы друг по другу скучаем очень. В планах Кайрата Турлыханова скрестить волчицу Агушу с бельгийской овчаркой, а из щенков вырастить настоящих профессиональных ищеек для работы в таможне. Тахмина Молдыбекова, Альфарабий Гусенцов, телеканал «Алматы».